Ну, во-первых, поздравить вас с прошедшим днем рождения еще раз. Спасибо. Судя по всему, вы сегодня слышали голос. Нет? Ну, есть немного. Поэтому не будем вас долго держать. Что можно сказать по игре, которая выиграна буквально на последних секундах? Такой невероятный матч и такая невероятная победа. Начну со слов благодарности в адрес болельщиков, которые очень приятно меня поздравили перед матчем и поддерживали команду на протяжении всего матча, что и во многом нам помогло на эмоциональном подъеме войти в концовку. Что же касается матча, то мы знали, мы готовились к этому матчу. Днепр сейчас играет гораздо лучше, чем на старте, о чем свидетельствует, допустим, их в последних матчах до нашей игры 4 победы в 6 их последних матчах. То есть они играют разнопланово, и пара лоу-кикерт, я так думаю, что эта пара, наверное, одна из лучших в лиге по игре пик-н-ролла. То есть они очень разнообразно его играют, очень много вариантов у них развития этой вроде как не сложной, но очень опасной комбинации. И скажу вам честно, что как в Днепре, в Днепропетровске, когда мы играли, кикер нам забил 26 очков, очень многое с дальней дистанции. Так и сегодня он доставил, эта пара, в первую очередь, эта пара доставила нам огромное количество неприятностей, что выразилось в забитых очках, с чем на протяжении всего матча у нас были проблемы справляться. Мы хотели нагрузить этих игроков, в первую очередь, в игре в защите, поэтому пытались задействовать игроков больше, которых опекали лоу и кикер. Где-то получились лоу, получил 4 фола, где-то за счет Ципруса продавили под кольцом. Но опять же скажу, что в целом с этим пик-н-роллом кикер-лоу мы не справились. Но приятно, что конечный итог все-таки в нашу пользу, и мы победили. Олег Александрович, сегодня была первая домашняя игра Каспарса Ципруса. Вы уже отметили в своем комментарии. Можно ли сказать, что его адаптация к новой команде уже закончилась? Теперь не можно спрашивать с него. Я думаю, что и вы все со мной согласитесь, что сегодня он выглядел гораздо лучше и увереннее, в первую очередь в увереннее, чем в Киеве. А это очень опытный, довольно-таки с большим техническим арсеналом игрок. И я так думаю, что в первую очередь ему надо было почувствовать уверенность и поддержку партнеров. И он тогда в таком случае смог бы проявить себя, как говорится, в полной красе, что сегодня моментами очень-очень прилично получалось. Ну, если есть вопросы, пожалуйста. Олег Александрович, такое впечатление, что Иван Колевич до сих пор не находит себе место на матче. Да, есть такое. С Иваном пока у нас не все получается. Вот, мы его пробовали уже по-разному использовать, но я так думаю, что свои лучшие игры Иван еще сыграет. Это временное какое-то. Да, еще третий круг, игрок опытный, игрок с большим потенциалом. Я так думаю, что все будет в порядке и с Иваном тоже. Ну что ж, спасибо, Олег Александрович, еще раз. Спасибо за поздравления. Спасибо.